На улицах столицы Казахстана транслируют рекламный ролик гала-концерта медиакорпорации Китая по случаю праздника фонарей. Такая промоакция проходит в Астане впервые. Трейлер демонстрируют на 10 медиафасадах в самых оживленных районах города. Акция началась 3 февраля и продлится до вторника. За это время, как ожидается, ролик покажут 10 тысяч раз и увидят его сотни тысяч человек. Да, я только что посмотрела на экране о празднике китайском, да, праздник фонарей. Если честно, первый раз увидела в Казахстане, да, то есть на таких экранах транслируется о таком празднике. Вообще я как бы слышала, но не знала об этом празднике. И сейчас в этом ролике я увидела очень много обычаев, традиций этого праздника. Приду, посмотрю в интернете какие-нибудь концерты, связанные с этим прекрасным праздником. Скоро праздник фонарей. Я пришла сюда с друзьями погулять по магазинам и была приятно удивлена, увидев на экране ролик гала-концерта. Как студентка из Китая, я очень горжусь тем, что жители Казахстана так знакомят с нашим традиционным праздником и нашей культурой в целом.